Друзья, приветствую всех на нашем канале. Сегодня хочу показать отмостку, то есть не отмостку, а ливневку под вокруг дома. Давайте сейчас пройдемся быстренько. Друзья, вот у нас кирпичный домик 6х12, и вокруг него мы делаем ливневку. Значит, у нас тут 6 водоотводных труб, которые опускаются с крыши по периметру дома. И под каждую трубу мы установили вот 30х30 дождеприемники. Соединили их трубами рыжими канализационными наружными. Также зафиксировали немного саморезами, чтобы наверняка не вылетало. Возможно, при небольших движениях может выскочить труба сама. Все это под уклоном установили, соединили также отводами. Вот на данном узле показано, вот 90 градусов выходит, потом 45, и со 45 заходит на тройник и уходит далее. Здесь соединяется на другую линию, также 2,45 с поворотом и на тройник, и выходит уже здесь на колодец. В качестве колодца хочу вот такую вот поставить железную бочку. Так вот, с террасы также спускается труба и уходит на... Ну, здесь еще нам трубу надо будет еще немножко сдвинуть, так как это пока предварительно была установлена труба. Сейчас после установки колодца мы его будем двигать вперед. Под террасой идет также труба, линия ливневой канализации. Здесь соединяется, также уходит. Соединяется все это в одну линию с тройниками. Здесь закреплено, также зафиксировано. И здесь вдоль террасы идет труба, линия. Здесь у нас будет навес, ну, он закроется, как тамбур сделаем. Здесь также вот 90 градусов, 2,45, и уходит по линии и на тройник также. Здесь у нас внутри колодца находится такая вот корзина для сбора мусора, листьев, листвы и так далее, и других мусоров. Закрывается такой пластиковой решеткой. Все аккуратно, красиво. У нас отмостка будет по обрез от низа кирпича с уклоном на 2 метра в сторону забора. Вот. А отмостка у нас будет... Потом расскажу на следующих сериях. Пишите комментарии, если интересно. Буду рассказывать, как мы делаем скрытую отмостку здесь, как мы сделаем. Также есть интересная идея здесь сделать бетонный отлив цветной, ну так, такого же цвета вот кирпича, потемнее только будет из бетона. Так что подписывайтесь, друзья, следите за нашими выпусками. Если интересно, следующее видео выложу про скрытую отмостку.